Во вторник в Самарской области пасмурно, местами осадки в виде небольшого дождя. Температура воздуха днем от 7 до 14 выше 0, ночью 4-6 тепла. Ветер северный, северо-восточный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани пасмурно, утром дождь, днем плюс 8 градусов, ночью плюс 4. Северо-восточный ветер, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти тучи, возможен небольшой дождь. Днем плюс 7, ночью плюс 4 градуса. Ветер южный 1 метр в секунду. В Самаре пасмурно, плюс 9 градусов днем, ночью плюс 4. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 70%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.